понедельник откроет эфир художественный фильм «Сергеев ищет Сергеева». Сотрудник научно-исследовательского института Юрий Сергеев таинственно исчез. В ходе расследования, которое ведет участковый милиционер Илья Сергеев, однофамилец пропавшего, выясняется, что Юрий находится в командировке, но об этом в институте толком никто ничего не знает. Милиция находит Сергеева, но к этому времени пропадает начальник отдела, в котором работает Юрий, и вновь объявляется розыск. Вторник продолжит третья серия фантастических миров Уэллса. Хмурым ненастным вечером к пожилому Герберту Уэллсу приходит очаровательная Эллен МакГилврей. Представившись журналисткой, она расспрашивает писателя о его старом приятеле-ученом, но вскоре проницательному Уэллсу начинает казаться, что Эллен привел к нему далеко не журналистский интерес. В среду вас ждет уикенд. Главное действующее лицо фильма – Игорь Лебедев, финансовый директор крупной корпорации. Он совершает убийство бухгалтера, который знал о его нечистых махинациях и пытался восстановить справедливость. Режиссер – Станислав Говорухин. В четверг вы увидите «Дневник мамы первоклассника». События в картине разворачиваются в хронологическом порядке. С первого родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы. Семья Васи, главного героя картины, понимает, как беззаботно им раньше жилось и сколько проблем и тревог приносит школьная пора. За год перед Васей как будто в миниатюре разворачивается целая жизнь. Дружба, первая любовь, муки творчества, предательство, жизнь в коллективе, упорная работа, преодоление препятствий. Вот что буквально как снежный ком сваливается на голову маленького мальчика. В пятницу вы увидите германский фильм «Лекарь. Ученик Авиценны». Англия, 11 век. Мать 10-летнего Роба Коула умирает в страшных мучениях. Никто не знает ни природы ее болезни, ни лекарства против нее. Маленький Роб, потрясенный до глубины души, во что бы то ни стало, стремится разгадать эту тайну. Дневной эфир субботы откроет «Весенняя сказка». Фильм-сказка по мотивам пьесы Островского «Снегурочка». Заканчивается празднование Маслицы в Берендеевом царстве. Крестьянина Бобыля ругает жена, Бобылиха, что за гульбой запустил хозяйство и отправляет в лес за дровами. Бобыль видит Снегурочку, дочь Деда Мороза и Весны, которая говорит, что будет дочерью тому, кто первым ее встретил. Вечерний эфир продолжит первая серия советского фильма «Водитель автобуса». В главной роли Дмитрий Харатьян. Телефильм снят по мотивам повести Валентина Черных «Незаконченное воспоминание о детстве шофера междугороднего автобуса». Отправляясь в очередной рейс, водитель междугороднего автобуса Семен не мог даже предположить, какое испытание его ждет впереди. Субботний эфир закончит американский фильм «Александр». Александр Македонский – величайший правитель, создавший самую большую империю древнего мира. Фильм повествует о жизненном пути Александра с того момента, как он вступил на престол в возрасте 20 лет. Большую часть своей жизни Александр провел в военных походах. За свою жизнь он сумел объединить под знаменем своей империи огромные территории. Режиссер – Оливер Стоун. В главных ролях – Колин Фаррелл и Энтони Хопкинс. В воскресенье смотрите «Город мастеров» и вторую серию «Водителя автобуса». Вечер закончится концертом ко дню рождения Владимира Высоцкого «Своя колея». Также в течение всей недели смотрите сериалы «Ее звали Никита», «Развод» и «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Для самых маленьких по-прежнему в нашем эфире мультсериал «Фиксики». До встречи на главном кабельном канале «Зауралье».